Всем привет. Вот полочку мы наконец-то доделали. Вот такая получилась. Рыбьего глаза я не нашел. Вот. Так, внутри. Ну это не обессудьте, скажем так. Это моя первая полочка. И так, в принципе, если бы не отдавать, я бы его оставил бы в себе. Больно, ну уж так. Хоть видео снять, перед тем, как отдать. А вот и я. Да, вот чтите. Вот они, как работают. Все. Рыбьего глаза не нашел я. Чуть нет где у нас магазина. Завтра ее отмыть еще чуть-чуть, чтобы товарный вид приобрели. Я понимаю. Ну так вот, лучше вот так получится. По шаблончику их вырезал. Так вроде бы. Почему тут так ровно, а вот так вот почему-то какой-то зазорчик появился. Вот там сверху нет, а вот тут. Регулировал, и что-то нифига я не нарегулировал. Вот тут уже отвел ванна сколько. И все равно как-то на мне. Сейчас еще попробую регулировать. Чуть-чуть назад. Петли вот эти, так сказать, мне понравились. Уже все до упора. Больше не идёт. Ну, короче, как-то так, ладно, это... повесить, чтобы будет регулироваться там по месту. Ну так вот, все еще раз тут внутри. Себестоимость такой полочки с самыми дорогими фасадами в Мерлене мне обошлась 3700. Вот такие вот. Правда, ничего не написано, ничего не видно. Ну, 3700, короче. Все, пока.